con la faccia. Bravo.
скотину та на пейнице порвала, и корва-то такая окроватная. Народ ненадежный.
все. Прощай, Зиновий. С женой простись. Прощай, Катеринушка. Прощай. Не так! Чего остановился?
от сатана. Что же мама для смеху на школе? А на какой же еще предмет? Много вы, мужики, о себе возмечтали. Думаете вы, сильны, только вы храбры, только вы. Погоди, приедет
все расскажу. Thank you.
стучи. Ты извольте пугаться. Это я. Кто? Сергей. Сергей, зачем? Что тебе надо, Сережа? Тельце есть, а парите. Какое тельце? Отворите, тогда скажу. Ну, что тебе? Пришел к вам книжку попросить. Какую книжку? Почитать. Нет у меня, Сергей, никаких книжек. Сама я неграмотная, а муж книг не читает. Скука! Хозяйская дочь за меня не пойдет. Попростить мне не надо, необразованно все. А я человек часто вытелный, вот и скучаю. И я скучаю. Как не скучать? Хоть бы ребеночек родился. Но ведь и ребеночек, позвольте мне вам доложить. Тоже ведь от чего-нибудь бывает, а не сам по себе. Ну, скажем, был бы у вас предмет со стороны так, как все другие делают. Да вам в вашем положении почти невозможно. Скажем, был бы он здесь, в этом самом доме. Oh,
что-то навидел я, чтоб мужные жены так быстро мне отдавались. Зиновий там Борисыч жену не смог. Не надо об этом. Нет у меня мужа, только ты один. Свёкор! Иди. Никуда я отсюда не пойду. Свёкор двери запрёт. Доброму молодцу и окно дверь. А ну, Катя, милый. ¿Te vas? Las mujeres.